Ребенку 11 лет не хочет учиться, не видит смысла учить то, что можно найти в Гугле. Особенно сложно дается математика, а с ней не всегда поможет Гугл. Как мотивировать? Ну, э, у меня ситуация, что моему ребенку 10 лет, 11 будет в январе, поэтому мне это все очень знакомо. Я... Э, ну, у меня, у меня такого, такого конкретного у меня нет. Вообще в школьной истории э, все, конечно же, сложно, потому что родитель задает этот вопрос, э, естественно, не учитель задает этот вопрос, и сам родитель понимает, что вот это все, что у него в вопросе, устроил он лишь частично, лишь частично. Вот в этом большая проблема, уже вот сразу на уровне прочитать вопрос. Но я понимаю, что вот что Катерина, которая задает этот вопрос, это не она 100% этого всего устроила. Это устроила школа на 50%. На 50% это устроила Катерина. Потому что, ну, ну, если бы вы и в школе работали, и математику вели, то все бы 100% были бы на вас. А тут не так. Поэтому здесь можно только помогать, э, принять вот это негодование и помочь там, где можно помочь. Больше ничего не сделаешь. Ну, не, есть, конечно, и другие истории, да, там про предложить ребенку более интересную школу. У нас, например, вот в Харькове есть некоторые школы, в которых учиться детям, ну, в основном, скажем так, хочется. Но они платные. Среди бесплатных школ такую найти можно, но она будет на другом районе. Туда не будет удобно возить, как у меня когда-то было, когда я своего ребенка забрал из прекрасной гимназии очаг частной, когда он там у меня проучился один год. Ну, то есть, вот то что мы, мы можем с вами в этой ситуации сделать то что можем сделать то что можем а можем мы не хочет учиться мы можем ему помочь может тебе трудно я например своему сыну устраиваю иногда выходной потому что он просто попросил у папы не пойти в школу а не потому что он болеет просто вот просто побудь дома да то есть ну скажем так это у меня такое называется снять, на, снять накопившееся напряжение то есть потому что я в детстве это же представить не могу чтобы я сказал родителям, я не хочу идти в школу просто так. И они сказали, ну, ты ж как бы не каждый день это просишь. Ну ладно, не иди. Я не могу себе этого представить. Не могу. Этого не было бы возможно. А у моего сына есть такая возможность. У него есть возможность иногда, вот э, там, э, не пойти на какой-то урок там. Редко, редко. Ну, примерно так, вот чтобы вы понимали, раз в месяц. Раз в месяц, если он скажет, вот раз в месяц он может не пойти в школу просто так, например. Пятый класс сейчас. Это уже, это, кстати, с первого класса такое тянется история. Я просто был готов, поскольку сыну моему будет 11 лет, а в этом же месяце в моей работе педагогической 14. Отсюда становится ясно что с детьми я работать начал раньше чем у меня появился ребенок свой поэтому да я был готов но так готовы не все но вот поэтому я и это все этим всем делюсь чтобы вам где то может уверенности где то поддержки дать в этой ситуации поэтому не хочет учиться не видит смысла учить сложно помогаем где можем помочь поддерживаем и понимаем это все. То есть не вступаем в спор. Самое главное, вот ребенок приходит домой, например, вот 11 лет. Приходит ребенок и говорит, мама, задолбала эта школа. Блин, это вообще, это учителя, это все. Да я это все в гугле могу найти. Да елки-палки, да что я туда хожу, что я туда время трачу. Все, да, я тебя понимаю. То, что ты говоришь, в этом есть смысл. Ну вот так у нас устроено, что мы без школы и все равно я и там да я туда больше не пойду и все это самое что то тебе трудно да мне трудно мне очень трудно хорошо давайте я помогу немножко вот тут вот я у меня есть время я не всегда могу но вот иногда могу и давай мы вместе с тобой мы представь что мы сели на лошадей достали шашки поскакали и все вот эти трудности разрубили эм, ну как то так ну, по мере, это я просто свои какие-то истории говорю. И все, вместе взяли все. Потому что если мы начинаем ребенка за это, как бы ребенка, если мы начинаем обвинять в его вот этом всем, ну тут же сейчас, вот вы, 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 все что взрослые люди смотрят, да, мы же понимаем, что это все по сути правда, то, что в этом вопросе написано: не хочет учиться, в гугле найти, математика дает сложно. Что тут нового? Ну ничего, ну я вообще ненавидел математику всегда. Это было всегда не мое. Я всегда, я потом, когда узнал эту шутку, я начал ей всегда отшучиваться. Я гуманитарий, не говорите мне про, ци, про, про числа. Ну, что? Только это. Принять, помочь, не нападать за это. За это не нападать. Потому что если мы будем на это за, нападать за это, если мы будем пытаться сражаться с ребенком на эту тему, то мы, родительский свой авторитет. Будем, он нас будет проседать. Потому что вещи логичные, говорит ребенок. Тут нет ничего такого, что.